Всем по-братски привет, с вами я, Пуся, да Майнкрафтер. И это мой хардкор мир. Я его начал до записи, до вот этой записи. Уже дерево добыто, все добыто. И приступаем к верстаку. Простите, что видео долго не выходили, особенно шорты. Шорты у меня давно не выходили, потому что у меня YouTube заблокировал тут все. Хорошее местечко, где можно пожить. Я бы даже лодку сделал бы. Вон там в бамбуке будем жить. Я маленько тут все поменял. Теперь у меня тут вместо того, чтобы на правой руке, то есть на вот этой части экрана была не рука, а только на левой была рука. Сейчас увидите. Вы это уже, наверное, видели. Вам нам очень пригодится создание дома. И когда у нас будет 50 лайков, выйдет вторая часть выживания на хардкоре. Надеюсь, мы получим зеритку уже. Бамбука, в принципе, уже достаточно, кажется, добыта. Посмотрим. А как крафтится? А, да. Нужно же верстаком нужно. Да, верстаком. Сейчас мы создадим бамбуковые блоки и будем создавать наш первый домик в бамбуке. Вот первые блоки бамбука. 16 бамбуковых досочек. И нам теперь нужно найти камня как-нибудь. Сделаем вот тут маленькую дырочку. Вот наш первый камушечек пришел. И я не буду вас заставлять смотреть все то, что я скопаю, так что я это все вырежу кликом. И вот и все добыто. 15 булыжничка наша. Создаем, кстати, создаем первую печечку. И создаем палки. Зачем я так создал палки, не знаю. Ладно. Вот наши первые каменные инструменты. Наши первые каменные инструментики. И теперь нам нужно добыть угля. Быстрый способ, как добыть угля, это при помощи дерева, которое можно добыть, и потом жечь в печке, что даст нам древесный уголь. И это работает то же самое, как и с факелом. Ну, то есть, я имею в виду, это то же самое, как и создать факелом. То есть, и уголь, и древесина уголь создают оба. Они оба создают факела. Пока что я тут развелся маленько. И теперь, раз тут все хорошо разбито, осталось мне только дом сделать. И мой дом будет внутри там. Не заставляю вас смотреть на все, так что я пока что остановлю запись быстренько. Ну вот и наступает ночь. Я даже ничего не успею сделать, кроме как двери, потолка и маленьких декораций. Осталось совсем немножко, и вы можете продолжить смотреть то, что я создаю. Ну вот, в принципе, то, что я создал. Маленький обычный домик для хардкора.
Добываем семечки для пшенички. И на этом будет заканчиваться наша первая серия. Всем увидимся. До скорой встречи. И пока! Пока меня скелет не убил.